В ефірі програма «Цілком спортивно». Випуск присвячений матчам 9-го туру в рамках Чемпіонату України з гандболу. 28 квітня южницька команда «Портових» зустрілась з полтавським «Динамо» на домашньому майданчику в санаторії-профілакторії «Портовик». Хоча южницькі спортсмени достроково вийшли в суперлігу, здобувши перемогу у вищій лізі Чемпіонату України, це не стало для них приводом розслаблятись. На початку гри суперники напружено йшли один за одним, виборюючи перемогу. Приділивши увагу захисту та швидким переходам, южниці вибились вперед. Хоча динамівці не бажали поступатись, та все ж команда «Портових» показала, хто вдома господар, вирвавши перемогу в матчі. Поєдинок завершився з рахунком 30-24. Друга гра туру 29 квітня проходила не менш напружено. Для команди «Динамо» цей матч став вирішальним поєдинком за друге місце в турнірній таблиці. Тож спортсмени викладались на повну, хоча й допустили низку помилок. «Портових», як і днем раніше, довів своє лідерство, отримавши остаточну перемогу над полтавчанами з результатом 28-18. Добити результат. То есть то, что ребят просил доиграть сезон до конца, хотя уже было все известно, и мотивации, в принципе, не было никакой со стороны спортивной мотивации. Но ребята молодцы, доиграли, я считаю, что отдали все силы еще раз сегодня. Вот, и поздравляю команду, поздравляю болельщиков, поздравляю всех, что команда заняла первое место, команда вернулась в Суперлигу. Ну, а там дальше будем видеть. Ребята хорошие, у нас еще молодые ребята есть моложе, то есть ребята стремятся. Главное, что есть айсберг, к которому нужно стремиться, вот ребятам молодым. Я думаю, что все-таки молодежь, южинская молодежь, именно южинская, думаю, хочет попасть в «Портовик» и хочет, чтобы «Портовик» все-таки был на высоком уровне и будет к этому стремиться. Поэтому мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это произошло. Кращим бомбардиром сезону команди «Портових» став Віталій Горовий. Спортсмен розповів про плани в суперлізі. Будем работать, будем стараться. Там команди вже на дві голови вище, не такі, як здесь. Головне, щоб була практика, тренування хороші були і старатися будемо. За словами головного тренера команди «Динамо», його підопічні могли показати себе краще. Але проти полтавських спортсменів зіграв вищий клас южницького «Портовика». «Портовик» – це школа з традиціями. Тому підведення, ось дітки бігають. Здесь подрастающие в команде играют воспитанники школы. Всегда интересно играть с этой командой. Я видел ее 5 лет назад, 10 лет назад. Приезжая сюда, еще раз повторюсь, это школа. Игру я доволен своей командой. У нас есть ряд проблем и в клубе, и в команде. Не все приехали, болеют люди. Приехали с травмами, конец чемпионата. На все 100% мы не готовы. Мы сейчас будем бороться за третье место. Могли быть вторыми уже, но опять-таки так сложилось, что упустили эту возможность. Сейчас будем бороться за третье место. Обеими играми доволен. Есть, конечно, есть моменты, на которые нужно обращать внимание. Но это уже, скажем, вопрос следующего чемпионата, скорее всего, уже не успеем все исправить. Попереду команду «Портовик» очікує сезон пляжного гандболу. За 2 тижні южницькі спортсмени розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, який проходитиме в Хорватії.